По сути, вся деятельность человека и экономическое развитие в том числе нацелена на удовлетворение потребностей. Помните пирамиду психолога Маслоу, где на вершине размещены потребности духовные, а в основании физиологические, а также стремление чувствовать себя в безопасности. И это основа и базис комфортной жизни. Но острее всего ценность мира и безопасности ощущается там, где еще недавно была война и рвались снаряды. Это может подтвердить мой коллега Константин Степанец, который только что вернулся из Ирака, куда белорусские телевизионщики попали впервые после войны. Территория этой страны изрезана глубокими шрамами, которые оставили военные действия. Сегодня ее жители стараются наладить мирную жизнь. Таким Багдад больше всего и запомнился – из окна автомобиля. Но даже так разрешают снимать далеко не везде. Первое, что бросается в глаза – иракская столица, город невысокий. Население в 4 раза превосходит Минск, а площади того больше, ведь живут в 2-3-этажных домах, которые вплотную прилегают друг к другу. Причем дома вполне могут соседствовать с руинами, все вперемешку. Вот это одни из немногих сохранившихся зданий старого Багдада. По ним можно понять, как бы мог выглядеть этот город, если бы не война. Широких проспектов совсем немного, зато небольших улочек хоть отбавляй. А еще город местами напоминает крепость. Порой улица – это узкий коридор в обрамлении стен из больших бетонных блоков с колючей проволокой наверху. Движение по таким коридорам иногда еще и специально замедляют. Приходится вот так вот петлять. Но, конечно, такие меры вовсе не для того, чтобы осложнить работу белорусским журналистам. Вот это очень показательный момент, который, к сожалению, можно подснять только из машины. Все это солдаты, которые погибли в войне с ИГИЛ. Таких портретов по всему Багдаду намного больше, чем рекламных объявлений. Война и большая политика здесь чувствуются буквально повсюду. К примеру, в Багдаде самое большое американское посольство в мире – около 2000 человек. Вместе с тем отношение к американцам явно негативное. Карикатуры на Трампа в размере 2 на 1,5 говорят об этом более чем красноречиво. Но где еще такое увидишь? А здесь ничего, на одной из главных улиц. Центр города – площадь Тахрир, в переводе с арабского – освобождение. Не путать с площадью Тахрир в Каире и Дамаске. Дело в том, что название в арабском мире довольно распространенное, примерно как у нас площадь Свободы. В полдень здесь немноголюдно, под сенью деревьев отдыхают солдаты VIP-полиции, как они сами представились, и дети. Пока было попрохладнее, мыли машины, а теперь вот прячутся от жары. Есть среди них и сури, то есть беженцы из Сирии, ведь на две страны беда одна – ИГИЛ. Правда, здесь используют не эту аббревиатуру, а другую арабскую «Даеш». Ведь когда говоришь «исламское государство», все же признаешь, что именно государство и есть. В арабском варианте этого можно избежать. Да еще ко всему, слово «Даеш» созвучно с другим арабским и весьма обидным. Конечно, заметно, что и сейчас в Багдаде далеко не все спокойно. Периодически там сам слышны выстрелы. Буквально на всех улицах через каждые несколько километров стоят КПП. Причем это не только иракская армия, но и частные охранные структуры. Все они следят за порядком и готовы дать отпор террористам буквально в любую минуту. Но снимать их, конечно же, нельзя. И на фоне всего этого происходит мирная жизнь, свойственная большому городу. К примеру, пробки здесь, как и везде, с 7 до 9 утра, ну и в обед, конечно же. Отель «Вавилон». Именно здесь в четверг проходил дипломатический прием в честь Дня независимости Беларуси. Взрывы гремели тут дважды, в 2010 и 2015. Теперь меры безопасности, какие навряд ли увидишь где-либо еще. На камеру снимать, опять же, нельзя. Но если очень хочется, можно. Только незаметно и на телефон. Охраняют отель не военные, международные наемники из К-9. Вся процедура проезда к зданию занимает около 4 минут. На входе непременный хаммер с пулеметом. Дальше длинный коридор. Если машина заминирована, он должен погасить взрывную волну. Во время досмотра бомбы ищут и в багажнике, и даже под капотом. Собаки также натасканы именно на взрывчатку. И только после этого личный досмотр. Таблички гласят, что его лучше проходить без пистолетов и бронежилетов. К вечеру в отель съезжаются гости. Прием, посвященный нашей стране, проходит здесь впервые за 15 лет. Поэтому и внимание к нему особое. Об этом говорит и красная дорожка, и высокий статус гостей. Представители правительства и деловых кругов Ирака. Руководители дипмиссий, аккредитованных в Багдаде. Причем не только с Ближнего, но и с Дальнего Востока, из ЕС и Америки. Для них это дань уважения к нашей стране.
Для самих иракцев контакт с Белоруссией не просто формальная дружба. Беларусь у них ассоциируется прежде всего с мирной жизнью, которой здесь так не хватает. Именно ее в широком смысле и собираются импортировать из нашей страны. Министр здравоохранения был в Ираке, министр здравоохранения Ирака был в Беларуси, министр транспорта был. Сейчас собирается министр МВД и министр образования. Вот будет хорошие отношения, хорошие связи. Именно сейчас, самое главное, что у нас сейчас рейс прямой Багдад-Минск два раза в неделю. Вы знаете, этот транспорт очень важен. Да любое отношение между странами. Говорят, что не за горами и третий рейс в неделю. В прошлом году Беларусь посетили около 6 тысяч иракских туристов. В нынешнем будет больше. Да и не только туристов, ведь для товарооборота, который в прошлом году составил более 4 миллионов долларов, важны прежде всего бизнесмены. Мы выработали достаточно продуманную стратегию развития наших контактов. Она базируется не на каких-то формальных мероприятиях, а на создании системы, которая позволяет увеличивать интерес людей друг к другу. То есть мы используем иракских бизнесменов, которые приезжают к нам на выставки, для того, чтобы они могли лучше понять, какие товары Беларусь может поставлять в Ирак. Мы планируем открытие здесь белорусского экспортного павильона, где будут представлены белорусские товары для бизнесменов, которые в основном работают в Ираке. Некоторые интересные иракцам товарные позиции уже известны. Это прежде всего медпрепараты. В Ираке уже аккредитованы 4 наших фармпредприятия. Белорусские производители детально изучают спрос. Тракторы, кондитерские и швейные изделия, продукция деревообработки. Все это, несомненно, будет востребовано в стране, которая постепенно возвращается к мирной жизни. Константин Степанец, Александр Кривецкий, ОНТ, Багдад.